ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಚನ ಬಲ್ಲಭ ಗಿರಿ ಬರಧಾರಿ ಗೋಪೀಚನ ಬಲ್ಲಭ ಗಿರಿ ಬರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನ ಕೀರವನ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ 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 ಗೋಪೀಚನ ಬಲ್ಲಭ ಗಿರಿಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಚನ ಬಲ್ಲಭ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋಪೀಚನ ಬಲ್ಲಭ ಗಿರಿ ಬರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪೀಚನ ಬಲ್ಲಭ ಗಿರಿಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನ ಕೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನ ಕೀರವನಚಾರಿ ಯಮುನ ಕೀರವನಚಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
Krishna Pastayabhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavada Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Reading Bhagavad Gita, chapter 3, text number 34. Yeah, читаем Bhagavad Gita, глава 3, текст 34. Indriyasyendriyasyarte Raga Dvesho Vayavastitao Raga Dvesho Vayavastitao Raga Dvesho Vayavastitao Raga Dvesho Vayavastitao Tayorna Vasamagachat Tayorna Vashamagachet Tayorna Vashamagachet Yoyasya Paripantino Yoyasya Paripantino Yoyasya Paripantino Yoyasya Paripantino Indriyasyendriyasyarte Indriyasyendriyasyarte Raga Dvesho Vayavastitao Raga Dvesho Vayavastitao Tayorna Vashamagachet Tayorna Vashamagachet Toyasya Paripantino Toyasya Paripantino Indriyasyendriyasyarte Indriyasyendriyasyarte Raga Dvesho Vayavastitao Raga Dvesho Vayavastitao Tayorna Vashamagachet Tayorna Vashamagachet Toyasya Paripantino Yasya Paripantino Indriyasyendriyasyarte Indriyasyendriyasyarte Raga Dvesho Vyavastitao Raga Dvesho Vyavastitao Tayorna Vashamagachet Tayorna Vashamagachet Tauhyasya Paripanthinao Tauhyasya Paripanthinao Indriyasya Indriyasyarthe Raga Dvesho Vyavastitao Tayorna Vashamagachet Tauhyasya Paripanthinao Marriages? Где-то шить. Что, прочитаете, да? Индрияси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 ндри
вас читаю. Даю на вашем агаче. Даю на вашем агаче. Дословный перевод. Индриясья. Индриясья. Чувств. Чувств. Индриясья те. Индриясья те. В объектах чувственного наслаждения. В объектах чувственного наслаждения. Рага. Рага. Привязанность. Привязанность. Двешау. Двешау. И неприязнь. И неприязнь. Явастита. Явастита. Подчиненные предписаниям шастр. Подчиненные предписаниям шастр. Та-йох. Та-йох. Их. Их. На. На. Не. Не. Вашам. Вашам. Под власть. Под власть. Агачхет. Агачхет. Пусть придет. Тау. Тау. Эти. Эти. Хи. Хи. Безусловно. Безусловно. Асья. Асья. Его. Его. Парипанхинау. Парипанхинау. Препятствие. Препятствие.
Перевод стиха. Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствиями на духовном пути. Комментарий Шрилы Прабхупады. У людей, обладающих сознанием Кришны, вырабатывается естественное равнодушие к мирским чувственным наслаждениям. Но те, кто еще не развил в себе сознание Кришны, должны ограничивать деятельность своих чувств, следуя предписаниям шастр. Неограниченные чувственные наслаждения являются причиной материального рабства, но человек, который следует предписаниям шастр, перестает зависеть от объектов чувств. Например, обусловленная душа испытывает потребность в сексуальном наслаждении, поэтому оно дозволено в браке. Согласно предписаниям шастр, мужчина может вступать в половые отношения только со своей женой, а ко всякой другой женщине он должен относиться как к своей матери. Однако, несмотря на эти предписания, мужчины все равно стремятся к половой близости с другими женщинами. Подобные желания необходимо обуздывать, иначе они станут серьезной преградой на пути к духовному самопознанию. Пока у нас есть материальное тело, нам разрешается удовлетворять его потребности, но лишь настолько, насколько позволяют предписания шастр. Однако не стоит слишком уповать на эти предписания. Надо следовать религиозным заповедям, не привязываясь к ним, поскольку даже ограниченные чувственные наслаждения могут увести с истинного пути. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. Мы не застрахованы от аварий даже на самой безопасной дороге. Стремление к чувственным удовольствиям живет в нашем сердце с незапамятных времен из-за нашего соприкосновения с материей. Поэтому даже если мы удовлетворяем потребности своих чувств, в строгом соответствии с предписаниями шастр всегда существует опасность сойти с духовного пути. Вот почему нужно всеми силами стараться избегать привязанности к любым чувственным удовольствиям, даже ограниченным рамками религиозных предписаний. Но привязанность к деятельности в сознании Кришны, к любовному служению Господу, помогает нам отказаться от всех видов чувственной деятельности. Поэтому ни один человек, на каком бы этапе жизни он ни находился, не должен отвергать сознание Кришны. Смысл отказа от любых чувственных удовольствий заключается в том, чтобы в конечном счете обрести сознание Кришны. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Karun Vaishnavamsya Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitam He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Korange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Namami Hari Priye Vanchakaupatarubhyashya Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Oh, Lord Krishna is instructing Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. Итак, Господь Кришна инструктирует, дает наставление Арджуне на поле битвы Курукшетра. Arjuna was reluctant to take part in the battle. Арджуна принимал участие в этой битве.
So Krishna is instructing him in the importance of performing his prescribed duty. И Кришна дает, говорит ему о важности исполнения предписанных обязанностей. But now Lord Krishna is also warning that one should not just simply perform activities for one's own sense pleasure. Но здесь вот Кришна предупреждает о том, что человек не должен исполнять свои обязанности ради чувственных наслаждений. No, on the material platform, we want to enjoy the senses, and there is facility to enjoy the senses. На материальном уровне человек желает испытывать чувственные наслаждения, и он организует все для того, чтобы наслаждаться. Srila Prabhupada gives the example, like when you cook, if you don't put salt in the food, then there's no taste. Шрила Прабхупада приводил пример, что, например, если вы готовите там суп или какое-то блюдо, то и не положите туда соли, то блюдо будет невкусным. But if you put too much salt in, then the taste is not good. А если положите слишком много соли, вкус тоже будет неприятным. So this same principle applies to sense gratification. И вот подобный же принцип применяется к чувственным наслаждениям. Everyone needs to have some sense pleasure. Каждый желает или ему требуется какая-то доля чувственного наслаждения. But too much sense pleasure would be very damaging, very harmful. Но если человек слишком злоупотребляет чувственным наслаждением, то это может принести какой-то ущерб. So there are regulations in the scriptures by which one can have sense gratification. Поэтому в священных писаниях даются определенные правила, благодаря которым человек может регулировать свою чувственную деятельность. So Srila Prabhupada explains how in material life the body naturally has a desire for sex life. Вот Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что у тела есть естественная склонность, естественное сексуальное желание. So sex is allowed, but in married life. И секс дозволен, но в рамках семейной жизни. Sex, which is not in married life, is against the scriptures and it causes sinful reactions. Если человек вступает в сексуальные отношения за рамками семьи, то это приводит к греховным последствиям. But there's no law against a man and a woman in married life having sexual activity. There is no law. It's not against scriptures. И, соответственно, если люди вступают в половые отношения в рамках семьи, это не противоречит религиозным принципам. Of course, nowadays people often use things like birth control and abortion, and this is not good. И в наши дни, люди пытаются как-то контролировать рождение детей, как-то ограничивать все это, но это не очень хорошая идея. And that would certainly bring reactions which would give us more suffering in the material body. Поскольку такие вот все попытки, они приводят к страданиям в материальном теле. But when we act according to scriptures, the principles which are there in the scriptures, they're there to save us from suffering. Но если человек следует тем предписаниям, которые даются в священных писаниях, то это помогает ему избежать много проблем и страданий. So it's not wrong to have sense gratification, but there's a proper procedure, proper method by which one can have sense gratification. Итак, это не совсем правильно идти по пути чувственного наслаждения, поэтому человеку даются определенные правила, которые помогают ему ограничить деятельность чувств, so направить их в нужное русло. It's mentioned that the danger is that one becomes attached to the activity of the sense pleasure. И одна из сложностей, которая возникает, это то, что человек, наслаждая чувства, он привязывается к этим чувственным наслаждениям. And that attachment to the sense gratification itself is a problem, which entangles us in material life.
И вот эта сама привязанность к чувственным наслаждениям создает проблемы, потому что человек глубже запутывается в материальной жизни. Prabhupada gives an example that just like the car may be driving on a very nice, safe road, it looks very safe, the road is very good, it's very straight, and there's not much traffic, so we may think there's no danger. И вот Шрила Прабхупада дает пример, что вы можете вести машину по ровной такой хорошей дороге, шоссе, и фактически нету там машин, и так кажется, что все хорошо, все безопасно. But still there can be an accident if one is careless. Но все же может произойти какой-нибудь несчастный случай, если не соблюдать внимательность или осторожность. So in a similar manner, one may be following Vedic principles, one may be following different rules and regulations, but he can still get in difficulty. И точно так же человек может следовать правилам и предписаниям священных писаний, но тем не менее могут возникнуть даже на этом пути сложности. The problem comes about because we become attached to the sense pleasure. Итак, проблема связана с тем, что человек становится слишком привязанным к чувственным наслаждениям. So one should become attached to Krishna. Человеку нужно развивать привязанность к Кришне. The goal is to change the attachment from the material to the spiritual. Поэтому цель состоит в том, чтобы поменять свою привязанность с материальной на духовную. When we do everything as a service for Krishna, then that liberates us from the material world. Если человек сосредотачивает свои чувства на Кришне, то это позволяет ему выбраться из материального мира, получить освобождение. But if we're simply performing the activity for our own sense pleasure, then it entangles us in material life. Если мы будем исполнять эти все вещи ради своего чувственного наслаждения, то это запутает нас все больше в материальной жизни. And the entanglement in material life means again taking birth again in the material world. Потому что запутанность в материальной жизни приводит к тому, что человек снова и снова рождается в материальном мире. And we don't know what kind of body we're going to get. И даже не совсем понятно, какое мы вот следующее тело получим. We may lose a valuable human body and go down into the animal species or even lower. Мы можем потерять вот это ценное человеческое тело и родиться в какой-нибудь животной форме жизни или низших формах жизни. There's many different species of life. The Vedas say 8,400,000 different species. Есть очень много разных видов форм жизни. Веды говорят, что 8,400,000 видов жизни есть. There's so many different types of trees and plants. Есть так много разных деревьев или растений. And we could be put into the body of a tree with our legs stuck in the ground. И можно получить запросто тело дерева, и можно просто стоять на одном месте, и нет дерева ног. Of course, we know here in this part of the world, the trees, they have to suffer the whole winter, the cold, the snow, the ice. Вот, ну и дерево также претерпевает множество разных страданий. Зимой, например, холодно, снег, лед и так далее. They have to tolerate all the different conditions. И вот нужно терпеть все эти разные условия. And then after some time, somebody will come and cut them down. Через некоторое время кто-нибудь придет и срубит это дерево. So in this way, in the tree, they're suffering so much. Таким образом, мы видим, что дерево претерпевает столько много разных страданий. And the bears also don't have a very easy time. Окей, медведи тоже не очень такая хорошая форма жизни. The bear wants to eat a fish. It's not easy to catch the fish. Ему приходится добывать рыбу. Это не такая легкая задача для него. The bear will stand in the icy cold water for hours. Ему приходится часами стоять в холодной воде.
And when they get old, then they're not able to move very fast. А когда наступает старость, то он уже не может так быстро перемещаться. It's difficult for them to get fish. И ему становится тяжело вылавливать рыбку. So they don't get their food very easy. И таким образом ему становится не так легко добывать себе пищу. There's a lot of suffering in every species of life. Так в любой форме жизни достаточно страданий. Sometimes we think, well, our life is not very easy, but we have it a lot easier than many other species. The human being, we think, oh, we have a lot of suffering as human being. Мы думаем, что в человеческой форме жизни так много беспокойств и страданий, но в других формах жизни их не меньше. But the other animals, they have it much worse. В каких-то других формах жизни, там животных, или вот деревьев и так далее, там может быть даже еще больше страданий. The nature of this material world is suffering. И вообще это природа материального мира испытывает страдания. Even in the higher planets, the demigods, they also suffer. Даже на высших планетах полубоги испытывают страдания. Of course, they have some enjoyment, but they have also suffering. Конечно, они там в большей степени наслаждаются, но также есть беспокойство, страдания. So the demigods also think how to get out of this material world, how to get free of birth and death. И полубоги также думают, как можно выбраться из этого материального мира, как можно выйти из-под влияния закона рождения и смерти. And if we want to get free, the first thing is to learn to control the senses. А и вот если человек хочет решить эту задачу, то первая вещь, которую он должен сделать, это попытаться или начать контролировать свои чувства. So the Vedic scriptures are there to give us instructions on what, how we can control the senses. И ведические писания дают нам наставления, как мы можем контролировать свои чувства. Just like when you purchase some handphone or you get a manual how to operate it. Например, мы покупаем какой-нибудь телефон или iPhone, и к нему прилагается инструкция, как им правильно пользоваться. So the same way the Vedas is like the handbook for people in the human form of life, how to live in this world. И вот Веды являются такой же инструкцией для человека, человеческой форме жизни, который дает наставление, как правильно жить в этом мире. And we have these five senses in our bodies. We want to enjoy the senses. У каждого из нас есть пять чувств, при помощи которых мы хотим наслаждаться. And the most difficult of all the senses to control is the tongue. И вот самым сложным чувством, которое сложно поддается контролю, это язык. Of course, the mind of also is even more subtle. It's more difficult to control, but the mind is different from the material senses, five material senses, higher than the senses is the mind. Ум тоже сложно поддается контролю, но ум является более тонким элементом, а вот среди пяти грубых чувств, существует пять грубых чувств. Controlling the mind is also a problem. Контроль ума тоже представляет собой проблему. And controlling the tongue is also a major problem. А контроль языка не меньшая проблема. The tongue likes to taste and it likes to speak. Язык хочет слишком много испытывать вкуса и говорить. We can see even little children, you know, as they begin to grow a couple of years old, they like to talk very much. They use the tongue and they become very excited, they will talk very much. Можно наблюдать на примере ребенка, он немножечко там подрастает, пару-тройку лет ему становится, и как только он начинает говорить, то он говорит слишком много. But not only the humans, the dogs also, they have their tongue, they bark. And the birds, they're chirping away, you hear them singing. Вот, но это и не только в человеческой форме жизни, также среди других, например, у собаки там рождаются щенята, и они тоже там шалят, или еще какая-то форма жизни, тоже беспокойство. So in all different, even the trees, they talk, they're also, they have their way of communication.
Даже деревья имеют какие-то способы, свои способы или методы общения, коммуникации. It's more subtle than our talking. Они так более тонкой формы общаются. But these different, all these different bodies, different forms of life, they have senses and they have ways of talking and communicating. Итак, во всех формах жизни есть чувства и есть различные формы общения, взаимодействия друг с другом. So in the human form of life it's very important that we learn to control the senses. Человеческая форма жизни, она достаточно важна, поэтому мы обучаемся, узнаем о том, как нужно контролировать свои чувства. And controlling the tongue is the greatest challenge. Итак, контроль языка — это большой вызов. We want to learn to be careful what we eat, what we put in the mouth, because the tongue likes to taste as well as talk, it likes to taste. И вот контроль языка важен, то есть важно следить за тем, что мы кладем себе в рот, потому что язык не только отвечает за функцию говорить, но также и за ощущение вкуса. So we want, in practice of yoga, a devotee is careful what they taste, what kind of food they put in their tongue. И практикуя йогу, преданный узнает или обучается, что вот нужно опробовать, какие виды пищи. In Bhagavad Gita, Krishna also says that to practice yoga, you should not eat too much, you should not eat too little. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что в практике йоги человек не должен есть слишком много или слишком мало. You can see, if we eat too much, we get sick, you get diseases like diabetes. А если человек будет есть слишком много, то придут какие-то заболевания, например, диабет. You see some often in India, people in India, they eat a lot of oil and a lot of sugar, so they put on a lot of weight and they easily get diabetes. Ага. А в Индии, например, можно видеть, что люди едят много такой вот маслянистой пищи или с сахаром пищи, сладкой пищи и так далее. И это хороший путь к диабету. But if you eat too little, you will also get disease. А если будете есть слишком мало, это тоже может привести к каким-то заболеваниям. Sometimes in China we had some devotees, they got tuberculosis, TB, tuberculosis, TB. When they don't eat enough food, they don't get enough nourishment in the body. They have a breathing problem. Туберкулез. В Китае можно видеть такие примеры, когда если человек или преданный не кушает слишком много, то у него возникают проблемы с легкими, туберкулеза. Sometimes in China, when people become vegetarian, they don't know really what to eat, and they don't get enough food. They just eat rice and some green leaf, and they often can get this kind of disease. А вот иногда, когда человек становится вегетарианцем в Китае, то у них не так много пищи, они, допустим, едят только рис и зеленые какие-то листья, овощи, и в силу того, что пищи не так много, у них может развиться это заболевание. And it's also very contagious. If someone has it, they can easily give it to many other people. И это заболевания, они достаточно опасны, потому что их можно легко передать другим людям. So they're very cautious when somebody gets that disease, and they'll try to isolate them, put them in a special hospital. Вот, и если человек заболевает такой болезнью, то, естественно, его как-то изолируют, в какие-то помещают госпитали. So you have to be very careful in eating. Поэтому нужно быть достаточно внимательным и осторожным в приеме пищи. The Ayurvedic science, Ayurveda teaches us that you should fill the belly one third with food, one third with liquid, and one third should be air.
Аюрведа учит нас тому, что когда мы кушаем, то необходимо наполнять желудок 1/3 твердой пищи, 1/3 водой и 1/3 предназначена для воздуха. And they also encourage us in the Ayurvedic, they say better to eat a good breakfast in the morning. В Аюрведе также говорится о том, что можно иметь хороший завтрак утром. And then eat a full lunch. Можно также полный обед покушать. And eat little at night. А на вечер немножечко поесть. Because the Ayurveda say as the sun rises, the power of digestion increases. В Аюрведе говорится о том, что когда солнце восходит, то оно является частью вот этого пищеварительного процесса. Солнце увеличивается, и пищеварение тоже увеличивается. So the power of digestion is maximum in the midday. И вот самая как бы сильная вот эта форма, возможность переваривания, это в полдень. And it decreases as the sun sets. А с заходом солнца эта способность уменьшается. Of course, it, modern life is difficult for people to live like that. И вот для современных людей жить таким вот образом немножко сложновато. There are many people they never eat breakfast, no time to eat anything in the morning, they go off to work. У некоторых, у многих, вернее, нету возможности утром позавтракать, они встают и сразу отправляются на работу. And they're working all day busy, and they come home at night, late at night, they eat a big meal. Потом целый день они работают, вечером они возвращаются домой, и вот тут наступает. It's the worst time to take a big meal. И это как бы, ну, пустая, но эта пища не переваривается, если человек кушает слишком много. We don't have the power to digest the food. Поскольку нету какой-то силы переварить эту пищу. But people live that kind of lifestyle. They don't have an opportunity to eat during the day. Но, тем не менее, люди вот ведут такой образ жизни, у них ну, нету другой возможности как-то по-другому жить. So, controlling the senses is based on having a regulated lifestyle. Контроль чувств основан на регулируемой практике жизни. Just like sleeping also. Например, сон. It's the Bhagavad Gita said we should not sleep too much, should not sleep too little. Bhagavad Gita по поводу сна тоже говорится, что не нужно спать слишком много или слишком мало. It's good to get. Usually we need 6 hours sleep. В целом на сон отводится где-то около 6 часов. Some people will take more. Some people can sleep less. Некоторые люди могут, должны, ну, спят больше, а некоторые меньше. But 6 hours is a good amount to sleep. If we sleep 6 hours, just imagine, if you live to be 100, then in the course of lifetime, you have slept 25 years. То есть 6 часов, в принципе, это нормальное количество для сна, если так вот посчитать. Что человек живет 100 лет, и где-то 25 лет жизни он спит. So sleeping is necessary for the body, but at the same time it takes away a lot of our lifetime. Конечно, сон необходим для нашего тела, восстановления тела, но в то же самое время он занимает достаточное время. Therefore, when Lord Chaitanya was present, living in Mayapur, he told the devotees, let's not sleep anymore at night. Every night come and we will have kirtan together the whole night. Господь Читания как-то сказал преданным в Майяпуре, что ну все, покончим со сном. То есть все приходите, будем по ночам петь киртан. And every night they would meet in the home of Shrivas Pandit and they would have kirtan the whole night. И каждый день преданные собирались в доме Шриваса Такура и они проводили всю ночь киртан. Because they thought, what's the point? Why waste our time sleeping? Let us just chant the holy name.
Зачем так много времени уделять этому сну? Давайте просто будем сидеть и воспевать святые имена. I remember when Srila Prabhupada was on the planet. At one point Srila Prabhupada was very ill, his health was very bad. So Srila Prabhupada asked us all to do kirtan for him. Я помню то время Шрилы Прабхупады, когда он был болен, у него были трудности со здоровьем, то Шрила Прабхупада попросил для него петь киртан. And we would do kirtan all day and all night. И мы проводили киртан, ну или преданные проводили киртан весь день и всю ночь. 24-hour kirtan. 24-часовой киртан такой был. So every temple around the world we were doing kirtan. То есть все храмы по всему миру вот проводили такой 24-часовой киртан. And of course the devotees we would be doing our service during the day. And we would all take turns to go and do kirtan in the night. И преданные выполняли какое-то служение в течение дня, а вечером они собирались и проводили еще киртан. And of course we have temples like Mayapur and Vrindavan, and they're doing 24-hour kirtan there. Конечно, у нас есть вот такие большие храмы, как Майпур или Вриндаван, и там есть группы, которые проводят 24-часовые киртаны. It's been going on since they opened the temple. И это вот это такой киртан продолжается практически с начала открытия этих храмов. Since 1973. С 1973 года. So coming 40, more than 40 years, every day and night, all day and all night they do kirtan non-stop. Уже больше 40 лет они проводят этот киртан целый день и всю ночь. And of course, sometimes in the winter in Vrindavan, it's very cold in the night. В зимнее время в Вриндаване достаточно прохладно. And the temple is marble. The marble is very cold. Храм в Вриндаване покрыт мрамором, а вы знаете, что мрамор очень хорошо охлаждает. It's a great austerity. Поэтому это большая аскеза воспевать ночью, например. But it is a very purifying. Но это очень такой очистительный процесс. Many devotees make great advancement by doing this service of kirtan. Многие преданные получили хорошее развитие, прогресс, совершая это служение в киртане. So we were appreciating this evening how the kirtan was so wonderful. We were having very nice ecstatic kirtan here. И сегодня вечером мы тоже могли оценить, насколько киртан воодушевляющий, приносит какой-то экстаз. If we do this every day, every evening, you gather together and have kirtan like this, then it will be very wonderful. А если будете собираться изо дня в день проводить такие киртаны, то это будет замечательно. Will create a very auspicious atmosphere. Это создаст очень благоприятную атмосферу. In the Srimad Bhagavatam it is stated, Tasmat Sankirtanam Vishnu Jagan Mangalam Amhasham. That the chanting of the holy name, the Sankirtan, destroys unlimited amounts of sin and creates auspiciousness. Шримад Бхагаватам говорится, что воспевание святых имен может уничтожить бесконечное количество грехов. There's nothing more powerful than the chanting of the holy name. Нет ничего более могущественного, чем воспевание святых имен Господа. Sometimes people want to do things to improve their karma. You know, they want to do some pious activities to help them to get more success in their material life. Некоторые люди совершают какие-то благочестивые виды деятельности для того, чтобы улучшить карму или достичь какого-то успеха в материальной жизни. So there are different things which people may try to do. There are sometimes people will purchase fish and they'll put the fish back in the sea. Итак, есть много видов деятельности, которым люди могут заниматься. Некоторые люди, допустим, выкупают рыбу и отпускают ее снова в океан. Sometimes business is not good. The manager in the shop says, go to market, get some fish, put the fish back in the sea.
will help the business, bring some customers. Итак, они, значит, говорят, что это не очень хорошо. Они приходят в магазины, покупают эту рыбу, выпускают ее в океан. Но на самом деле они как бы помогают этому бизнесу существовать, расти. Or sometimes they will say, let the birds go free. А кто-то говорит, давайте, ну, освободим всех птиц из клетки, из клеток. You know, they have the birds, they're going to kill them, they're going to cook them. But okay, you want to do it, you purchase them, let them go. Вот, потому что этих бедненьких птиц могут убить и приготовить, и поэтому они тоже выкупают птиц в этих клетках и отпускают их на волю. Sometimes people will do things like plant trees. That's also a very pious activity, to plant the tree. А некоторые люди сажают деревья или какие-то растения. Это считается одной из форм благочестивой деятельности. Or to dig a well and provide drinking water for people. Или они роют колодцы для того, чтобы обеспечить других людей водой. So some activities, they bring piety, they bring good fortune. Итак, какие-то виды деятельности приносят человеку благочестие или удачу. And when we have good fortune, then, you know, it means our life will improve, less suffering, more happiness, more pleasure. Если мы будем удачливы, это означает, что страдания уменьшатся, мы будем более счастливые, более радостные. We don't like to suffer. No one likes to suffer. Why do we suffer? Никто же не хочет вот страдать. Почему мы все-таки страдаем? We suffer because we do actions which are sinful, which bring reactions. А мы страдаем, which cause suffering. Но мы страдаем, потому что совершаем, ну как бы греховные действия, которые приводят к таким страданиям. Why do we do these activities? We do these kind of activities, sinful activities, because we have desires to enjoy. А почему у нас есть такое желание совершать греховную деятельность? Потому что есть желание наслаждаться. Why do we have these desires? Because of ignorance. А почему у нас есть такие желания? Потому что мы находимся в невежестве. So the cause of all of our suffering in this world begins with ignorance. А поэтому все страдания в этом мире начинаются с невежества. We don't know what is good and what is bad. А мы можем не знать, что является правильным, а что неправильным. But the scriptures are there to guide us, to help us. А поэтому Писания направляют нас, помогают нам. And we get the message of the scriptures from the devotees. И мы должны получать эти наставления из Писания от преданных. We come and we chant Hare Krishna. We get a lot of mercy. It's a very pious activity to chant the holy name. Мы встречаемся и вместе воспеваем святые имена, и таким образом мы, ну, совершаем наивысшую форму благотворительной деятельности. And we also have prasadam for everyone. We distribute this vegetarian foodstuff, which is offered to Krishna, which is without any karma. Также мы распространяем прасад себе и другим людям. Прасад не отличен от Кришны, в нем нет никакой кармы. Прасад means mercy. It means the remnants of Lord Krishna. Прасад означает милость или как бы остатки пищи вот этой милости от Кришны. Whatever foodstuffs we have here, we first of all offer them to Krishna. Какую бы пищу мы не кушали, прежде всего мы предлагаем ее Кришне. And so we take the remnants of Krishna. А потом мы принимаем остатки пищи, предложенной Господом. The remnants of Krishna are spiritual food. It's very powerful. Остатки пищи, предложенные Господу, являются духовной пищей и очень могущественной. It also destroys sinful reactions. И это также уничтожает все греховные реакции. So this is Krishna consciousness. Итак, вот таково сознание Кришны. Use the tongue to chant Hare Krishna. You get a lot of spiritual benefit. Use the tongue to taste prasadam. You get a lot of benefit.
используйте язык для того, чтобы воспевать Кришны, Хари Кришна, и получите большое благо. Также используйте язык для того, чтобы вкушать просад, и тоже получите большое благо. But if we use the tongue to talk nonsense, then we get entangled in material life. А если будем использовать язык для того, чтобы говорить всякий нонсенс или абсурд, тогда это все больше запутает нас в материальной жизни. We eat food which is non-vegetarian, which is not offered to Krishna, we also get more suffering. А если будем кушать пищу, которая не является вегетарианской или не предложена Кришне, это также будет доставлять больше страданий. But better to try to be Krishna conscious. Поэтому лучше попытаться находиться в сознании Кришны. Very easy to control the senses. Итак, это несложно контролировать чувства. Other processes are very difficult. Другие процессы гораздо сложнее. But in Krishna consciousness it's easy. А сознание Кришны, оно это легкий метод. Nice kirtan to chant the holy name. Хороший киртан, воспевание святого имени. A nice prasadam. И замечательный прасад. So, no problem to control the senses. Таким образом, ничего сложного в этом нету, и нету проблемы в контроле чувств. Any questions? Может быть, есть какие-то вопросы? Есть вопрос? Почему Кришна джапу ставит на самое первое место из всех жертв приношений? Why Krishna put chanting of japa at the first place from all sacrifices? Particularly in the Kali Yuga, this is very important, the chanting of the holy name. В частности, в Кали-Югу, в особенности в Кали-Югу, воспевание святого имени является важным процессом. In every age there was the chanting of the holy name. В любой эпохе есть процесс этот воспевания святых имен. But in the Kali-Yuga there's no other way but chanting the holy name. А вот в Кали-Югу нету каких-то других путей помимо воспевания святого имени. So Krishna put the chanting of the holy name as the ultimate sacrifice. Поэтому Кришна провозглашает вот воспевание Хари Кришна как главным жертвоприношением. Because as I explained, by chanting the holy name, you destroy all the sins. Вот как я объяснял, что воспевание святых имен уничтожает все грехи. Other ages you have to chant mantra. If you chant mantras, it's very difficult. You have to be a brahmana to chant. In other ages, uh-huh. In this age also, uh-huh. Only the brahmanas can chant the Vedas. Ага, в другие эпохи там воспевать было немножко сложно, потому что только брахманы могли читать эти мантры разом. But the holy name can be chanted by anyone. А вот святые имена Хари Кришна Махамантру может воспевать каждый. There was one hunter, he couldn't chant the holy name. Был один охотник, который не повторял святые имена. Because he was such a sinful person, he liked to kill animals. Он был настолько греховен, он убивал животных. So the spiritual teacher was telling him, you should chant the name of Lord Rama. И как-то вот он повстречался с духовным учителем, и духовный учитель ему сказал, что ты должен повторять святые имена Господа Рамы. But he said, no, I can't chant that. No. Но он сказал, да не, я не могу. He wouldn't chant. У меня не получится. So then the guru told him, said, then chant Mara. И тогда гуру ему сказал, ну тогда повторяй Мара. Mara means death. Мара означает смерть. So he thought, oh, death, Mara. И он подумал, о, да, смерть это то, что подойдет, Мара. So he was chanting Mara, 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 Mara. Поэтому он стал вот так повторять, и в конце концов его обманули. From Rama it changed, it became from Mara it became Rama. Да, то есть он вместо Мары потихонечку перешел на повторение Рамы.
could chant the holy name. Так он стал повторять святые имена. So in all sacrifices, it's customary to worship the God, all the different gods. Так вот разные вот эти жертвоприношения, они предназначены для того, чтобы поклоняться Верховному Господу. So in order to worship the gods, you have to chant the holy name. И если вы хотите поклоняться Господу, то для этого нужно повторять святые имена. Every mantra begins with Om. Каждая мантра начинается со звука Ом. Om is also mantra, one syllable mantra. А Ом это также мантра, однослоговая такая мантра. And Om also means Krishna. И Ом также означает Кришна. So in sacrifices, they will chant many different prayers. They will offer oblations to all the different devas, the different gods. В жертвоприношениях там жрецы и священники читают много разных мантр. Они подносят эти мантры разным девам или полубогам, и эти мантры начинаются со звука Ом. So in the course of performing the sacrifice and making the offering, they have to chant the names of the different gods. И когда они вот совершают эти жертвоприношения, они повторяют или воспевают имена разных богов. And the purpose of all sacrifice is to satisfy Vishnu. Но целью всех жертвоприношений является удовлетворение Вишну. Because Vishnu is the supreme. Поскольку Вишну является верховным. So they always chant the holy name of Lord Vishnu. Поэтому они всегда, в том числе, повторяют имена Господа Вишну. Какие-то еще вопросы? Можно вопрос? Кришна. А Кришна помогает в принятии решений? Бывает такое? Или он не влияет на решение людей? Does Krishna help us to make a proper decision? To do proper decision, or he doesn't. Krishna helps us. He does help us. Да, он помогает. He's in the heart of every living entity. Он находится в сердце каждого живого существа. So it's described in the Bhagavad Gita in chapter 15, verse number 15. А в Бхагавад Гите в 15 главе есть вот это описание в тексте 15. Krishna says, "From me comes knowledge." Remembrance and forgetfulness. Он говорит там, что из меня исходит память, знание и забвение. So from the heart, he inspires us according to our desire. Из сердца он вдохновляет нас в соответствии с нашим желанием. If we want to remember him, he will help us. Если мы хотим помнить о нем, то он помогает нам. But if we want to forget him, he will also help us. Но если вы хотите забыть о нем, то он тоже нам помогает. So it's up to us what we want from Krishna, how we want him to help us, what is our desire. Итак, это зависит от нас, какое будет действие или результат. In order to enjoy the material world, we have to forget that we're not the body. Если мы хотим наслаждаться материальным миром, то мы должны забыть о себе, как о душе. Должны помнить о том, что мы тело. So Krishna can help us to forget that we're the soul. He can help us to think I'm the body. И поэтому Кришна помогает нам забыть о себе как о душе и помогает в то же время помнить о себе как о теле. We want to enjoy the material world. Мы хотим наслаждаться в материальном мире. So Krishna takes away the memory that we're spirit souls. И поэтому Кришна дает забвение или наоборот память вот такую или другую. He takes away the memories of all the suffering we've been going through in material life. Также от нашей памяти, да, то есть зависит, вот помним мы эти страдания или радости нашей жизни. And in this way we try to enjoy the material life. Таким образом, живое существо пытается наслаждаться в этом мире, и она помнит обо всем этом. Because Krishna's in our heart, he knows what is the feeling of our heart. А поскольку Кришна находится в нашем сердце, то он также чувствует наше настроение. So we have to be careful.
what we're thinking, what we want. Поэтому нужно быть внимательным или осторожным по отношению к тому, что мы хотим или что, о чем мы думаем. Krishna doesn't force us to love him. Кришна не заставляет нас любить его. He gives us that free will. Он дает нам свободу выбора желаний. It's up to us. What do we want? Итак, это зависит от нас, что мы будем делать. If we have a desire to go to him, he can help us. Если у нас есть желание прийти к нему, то он поможет и в этом. So that is the function of the super soul. The super soul is in the within the heart. There are two souls. There's the individual soul, the jiva, which is ourself, and there's also the expansion of Krishna, the super soul, just like two birds in a tree. Здесь приводится пример, что на дереве живет две птицы. Одна из них это сверхдуша, которая находится в сердце, и другая непосредственно сама душа. So the one bird, we are eating the fruit of the tree. И одна из этих птиц вкушает плоды этого дерева. Sometimes the fruit is sweet, sometimes it's bitter. И иногда эти плоды сладкие, а иногда горькие. And the other bird, the super soul, is a witness to our activity. А другая птица, это сверхдуша, она является свидетелем всех этих событий. He's watching. Waiting for us to surrender to him. Она наблюдает и ждет нас. So the super soul is the overseer, the witness of activity. Так сверхдуша является свидетелем всей нашей деятельности. We don't remember our previous activities. Например, мы не помним нашу предыдущую деятельность. But Krishna remembers. Но Кришна нам напоминает. The super soul remembers. Сверхдуша напоминает. He carries these memories. И она дает нам поддерживает или хранит эту память. And the super soul, the Lord in the heart, he comes with us to the next life. And he's been with us in the previous life, and he'll come with us so long as we stay in the material world. А Господь в облике сверхдуши сопровождает нас в различных телах и помогает нам, напоминает о том, что мы хотели и так далее. He's with us to guide us, to help us. Она находится вместе с нами, руководит и помогает. Давайте заканчивать с вопросами с времени. Какие действия или практики помогают осуществить контакт с душой человека? С душой, да? Which practice help us to make a contact with a soul? Chanting the Hare Krishna mantra. Вот такое вот простое воспевание Hare Krishna мантры. When you start to chant the Hare Krishna mantra, you can experience the awakening of the soul within you. А когда вы повторяете святые имена Господа, то вы получаете как бы опыт пробуждения души внутри. So this is the first business. This is the beginning of the spiritual path to enlightenment. Это как бы самое первое дело, и это начало духовной жизни, которое нам поможет. Our soul is in is covered over, but when we chant Hare Krishna, then the covering is removed and the soul is awakened. Наша душа сейчас покрыта материей, и когда человек повторяет святые имена Господа, то эти покрытия уничтожаются, и соответственно душа становится такой просветленной, свободной. So you have to try this chanting.
Поэтому вы можете попытаться повторять святые имена. It's not difficult. Это не очень сложно. You know the mantra? Вы же знаете мантру? So you get some beads, you know, we have beads. Можете взять четки, если у вас. Четки, right? You get some japa bead and you chant on the beads. Вот смотрите, мы на четках повторяем мантру. Keep the beads in the bag to keep them clean. Значит, четки хранятся вот в мешочке, чтобы ну, были okay. чистыми, Maybe in the beginning difficult for you to chant on the beat, but do kirtan. Come here and join the kirtan. Может быть, поначалу вам будет сложновато самому повторять на четках, тогда можете, допустим, приходить на киртан и kirtan is where we chant together. Петь вместе с другими преданными. Киртан — это когда мы вместе поем. It's very powerful. И это очень могущественный процесс. Very purifying. Очень очищающий. And we, but we also chant on our own. Но также мы повторяем на, ну, сами индивидуально на чётках. This is mantra meditation. Это называется мантра медитация. We meditate here, concentrate on the sound of the mantra. То есть медитация — это означает, мы концентрируемся на звуках мантры. And it awakens the heart. You feel the soul, the spiritual energy awaken. И в этом процессе наша душа пробуждается, мы чувствуем контакт, соприкосновение с духовной энергией. We all have this experience. Мы все имеем этот опыт. Chanting, very powerful, to awaken the soul. Воспевание очень могущественно и пробуждает, оживляет душу. Some things help to give more power to the chanting. For example, if you are vegetarian, it also helps. Некоторые вещи также помогают воспеванию. Например, если вы следуете принципам вегетарианства, то этот принцип помогает тоже воспевать. In the beginning, it's okay. Anybody can chant. В начале нормально, то есть каждый может присоединиться к воспеванию. You may not be vegetarian. Даже если мы не вегетарианцы еще. But gradually you want to get more benefit from the chanting, then you should try to become vegetarian. А со временем, когда вы получите больше блага от воспевания святых имен, то вы можете, допустим, принять этот принцип вегетарианства. Because we're not the body, we're the soul. Поскольку мы как раз не являемся телом, а являемся душой. The soul does not need meat. А вот душе нет необходимости в вкушении мяса. The animals are also souls. Животные тоже, ну, вот, тела животных тоже имеют, там находится душа. We don't like to kill them. А поэтому нам не очень-то и нравится убивать их. Understand? Понимаете же, да? Hare Krishna. Okay. Any other question? Может быть, еще какие-то вопросы? Okay. Все, да? Приедете к нам в следующем году. Okay. Yes. А можно вам подарить рисунок? Я его нарисовала, когда вы говорили эти очень духовные... Как там? Можно еще сказать? Воодушевляющие слова. She drew when you said inspiration words, and she drew a new picture. She can give you as a gift. Thank you very much. Very kind. Oh, спасибо большое. Ждем вас в следующем году. Waiting you in the next year. Okay. We got Prasadam to distribute.
есть какое-то просад на распространение. Да. Тюнюшки. Если приходишь, какие-то раскопись.